Учи.ру объявляет дни дорожной грамотности и приглашает учеников младших классов со всей страны на онлайн-олимпиаду «Безопасные дороги». Школьники смогут проверить свои знания правил дорожного движения с 30 ноября по 11 декабря. Чтобы принять участие, зарегистрируйтесь на онлайн-платформе Учи.ру и перейдите на сайт олимпиады. Яркие интерактивные задания покажут детям, как правильно вести себя в роли пешехода, пассажира и велосипедиста. Работа с карточками и пояснения в случае ошибок закрепят знания ПДД. Олимпиада проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ее задача – профилактика детского травматизма на проезжей части и в транспорте. Участвуйте в Олимпиаде и повышайте безопасность школьников на дорогах вместе с Учи.ру.